Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня такая необычная распаковка. Это журналы для конкурса. Вот пришли сейчас. Ну, здесь мы уже вскрыли, поэтому дело за малым. Менее прочные слои идут. Так. Последний раз, когда сталкивался с такой вот веревочкой, это, по-моему, распаковывали черных мам. Я никогда не видел эти журналы. Хотя Кате один подарили. Его все еще где-то в Москве лежит. Ну, до меня он так и не дошел. Катя его пофукала. Так, здесь я вижу ушастого бананоеда. Место для вашей рекламы. Место для вашей рекламы. Сколько будет стоить сюда, не знаю, там, фотографию свою вот так вот запостить. Журнал о рептилиях и амфибиях. Рустером магазин. Магазин. Да, по-английски. Рустером магазин. Короче, как-то так. Вот мы видим, на обложке тоже у нас тут икончик. И март 2015. Почти свежий, но вообще, на самом деле, это, я так понимаю, первый и последний из существующих номеров. Я так понимаю, скоро выйдет новый. Вот, ну, так или иначе, то есть, я думаю, что не у всех из вас пока такой есть журнальчик. Красивый, симпатичный журнал. Выпускают под покровительством общества Никольского. Ну, общество, такое общество, куда на самом деле каждый из вас может записаться, учитывая, что я кого только там не видел, то есть оно резиновое. Вот. Но все равно приятная вещь, это довольно-таки официальная герпетологическая организация, мне очень приятно. Вот, сам журнал, конечно, очень крутой, то есть приятно его держать в руках и вообще, то есть у каждого торгомиста должна быть какая-нибудь такая полочка с всякими красивыми книжечками, атласами и журнальчиками по террористикам. По террористике, по содержанию животных, да. Сейчас тут у нас редакционная коллегия. Коверкин Юрий, кстати. Да, это я удивлен, это круто. Назаров Роман, вот тоже очень круто. Ну и Рябов, московский зоопарк. Научный консультант Орлов, я не в курсе, тоже хорошо. Тогда неудивительно, почему общество Никольского. Так, содержание. Содержание. Где в конце? Так, в этом журнале вы сможете прочитать про содержание разведения мадагаскарского томатного узкорота. Я вообще читать не очень люблю, поэтому, пожалуй, сейчас будет самый большой текст, который я за последнее время освою в печатный какой-нибудь вот источники. Содержание разведения мадагаскарского томатного узкорота Discophus antagiri. Ну, да, недавно было разведение, как недавно, это получается позапрошлом году или в прошлом. Короче, достаточно давно, но все равно лягушка довольно-таки редкая и интересная. Я думаю, что многие их содержат, и многим это будет интересно. Популярная тема. Далее идут рептилии. Амфибии на этом заканчиваются, к сожалению. Но я думаю, что в следующем номере это исправят. Появятся всякие статейки о той же дахе змеи, почему бы и нет. Про ракофорит и прочее. Где Рыбалтовский? Почему Рыбалтовский и Евгений Михайлович там не участвует? Давай, Николай, активнее, как сказать, завлекай. Далее ящерицы Бурухина, Е.Д. Кнемаспис, психоделика, биология вида и аспекты содержания. На странице 11, не упустите, потому что... А, целых 8 страниц посвящено этому, поэтому нет, вы это не пропустите в журнале. Так, дальше идет статья лично Крымова. Опыт содержания разведения в неволе нефрурусами. Вполне интересно. Да, вот что-то недавно вот предлагал коллеге, вот нет никаких разведений, говорю, что ты просто вот возьми нефрурусов. Они компактные, маленькие, при этом, если ты добьешься их разведения, будет очень круто, и народ оценит. И особых усилий, как бы, в плане затрат. Да, сами ящерицы на самом деле могут стоить достаточно дорого. Ами сколько примерно? Ну, ами не евро. Самые дорогие, а? А хорошие, ну, если подрочно брать, то 300 евро. Ну, по нынешнему курсу, да, с учетом падения рубля, наверное, это, ну, это безумные деньги, да, для геккончика.
Да. Да. Круто. Так, новокаледонские гиганты от Коверкина. Статейка. Ну, это его любимая тема, еще бы не было. Рамбическая неродия. Неродия рамбифер. Содержание разведения в террариуме. Клевый зверь. Дядечка вот написал статью о рамбифере. Значит, и, естественно, статейка Рябова. Угадайте, о ком. Там у нас два варианта, да? Дионы, Бойги, Дионы, Бойги, Дионы, Бойги. Я думаю, здесь о Бойгах. Бойги, естественно, Бойги. Но это Бойги все-таки это как-то... Более интересно. Не то, что более это такая, более крутая тема. Великолепные Бойги. Новые фавориты среди змей в герпетокультуре. Значит, 46-я страница, не упустите. А, вот, здесь есть раздел ветеринария, кстати, это Нуникян. Я извиняюсь, если я неправильно читаю фамилию, просто... Но я вообще... То, что я кого-то не знаю, это не значит, что это кто-то... То есть как-то я к ним плохо отношусь. И просто я не всех знаю. Ну, просто имен так много всяких встречается, разных хороших. И все очень хорошие люди, персонажи. Вот. А, тут есть еще странички, посвященные памяти Одинченко Владимиру. Это правильно. Это хорошо. Правила для авторов. Вот, правила для авторов. Может, что-нибудь напишем. Кстати, если вы хотите что-нибудь написать, то давайте посмотрим. Почему бы и вам тоже не опубликоваться в этом журнале. Журнал Restorum, Rooster Magazine публикует оригинальные, нигде не более не опубликованные мы работы по аспектам террористики. То есть, да, к сожалению, вам придется, то есть, ну, я не знаю. Ну, например, Дах и Змеев разведет кого-нибудь да, там. Да, публикуйте это Russian Journal Герпетологи, и в общем, и все, и сюда, и нельзя. На самом деле, по-моему, эта тема не практикуется среди других журналов. То есть одну и ту же статью можно публиковать во многих научных журналах, как бы с этим проблем нет. Я не знаю, почему здесь это проблема, но я думаю, что Николай выскажется в комментариях, это очень интересно. Но это не недостаток, это просто специфика журнала, который, то есть, я не могу понять, но я думаю, что зато от этого выигрывает контент сам. Материал данной публикации, соответственно, здесь вы читаете уникальные тексты. С другой стороны, можно как сделать, да, опубликовать то, что ты уже публиковал где-то, чуть-чуть откорректировать, не сказать это редакторам и впихнуть, как это делаем в сочинениях с Википедией, да, там, Википедию чуть там предложение переставить, и... Нет, здесь это не прокатит, я шучу. Карма-технология, короче, здесь раскрываются подпункты внутри террористики, из чего террористика состоит. На самом деле здесь не раскрыт главный пункт, здесь сказано биология, условия содержания, размножение отдельных видов рептилий, карма-технологии кормления, ветеринария, террариум устройства, форма оборудования. Здесь не сказано, где найти деньги на этих питомцев. Самый главный аспект, которым сталкивается любой террористик, да, вот реально с утра до вечера, где взять корма, где взять деньги на этих террариумных питомцев несчастных. И, то есть, явно, ну, редко кого волнует условия содержания и прочее. Да. Вот, подойдем поближе. Журнал жутко глянцевый, он прям вообще глянцевый-глянцевый. И поэтому у вас, скорее всего, будет отсвечивать. Ой, так там Одинченко. Да, здесь вот страница памяти Одинченко Владимира. Журнал публикует статьи на русском и английском языках. Ну, тут прикольно, только на английском. Ну, да, хорошо, хорошо. При представлении статьи практически. Ну, в общем, можете так, это все стандартно и так далее. Короче, я так понимаю, то есть каждый из вас может здесь легко опубликоваться, если, конечно, текст уникальный, если он заинтересует руководство. Ты быстро пролистай, чтобы людей заинтересовать. Не показывай, а именно пролистай тогда. Вот, там гигантские бананоеды были. Да, много гигантских бананоедов от Коверкина. О, мышку ест. Ну да, слабонервных просим не читать этот журнал. Шучу. Ну, здесь не так много такой жести. Вообще ни разу не видел прям, чтобы в таких вот журналах была такая вот, ну да. Нет, по-моему, как называется журнал? Рептилии? А, Завры. Вот, кстати. О, определение полное, наверное, да? Кстати, нефрурусы. Да, вот и нефрурусы. Смотрите, какие красавцы. Красивые фотографии, очень красивые шикарные фотографии. Вообще красиво все оформлено. Да. И знаете, статьи такие не маленькие, то есть вот про содержание нефруруса это не несколько там строчек, как в постах некоторых групп, в том числе и нашей, вот, а вот так вот, ну я хотел еще и дальше полистать, но вот тут все равно как-то вот так вот, я думаю, что здесь все очень, то есть подробно достаточно, да, температура все есть. Ой, красавец какой.
Тоже их любят. Птичка? Очень австралийские. Да, страфорусы. Страфорусы. Пнемасписы. Да, вот он у нас на обложке журнала. Психоделика. Ну, это абстракт, причем на английском. А где дубляж абстракта на русском? Ну, то есть, ну ладно, с другой стороны, место экономится. Вот. А так просто очень хорошо, когда есть абстракты и на английском. То есть на английском те, кто знает английский, им легко, да, они прочитали, и все, дальше могут не читать статью. А если бы еще абстракт на русском, то этот чит был бы еще и у тех, кто владеет только нашим родным языком. То есть прочитал, и как бы, и все. Дальше картинки. Где картинки? Полистал картинки, и ой, я видел яйца, к ним асписа, там, я видел молодую, взрослую особь, и все, и как бы... да, вот тут серьезная такая основательная статейка от Акимова, замечательного человека. Вот, такие вот милые лягушечки-помидоры. Не самый удобный для экспорта зверь, учитывая, что синтезный, но... внутри страны, по крайней мере, плодите, размножайте, и все будет хорошо. Вот. Так что у нас их несколько, мы их разыграем в этом конкурсе. Ссылка на конкурс в описании, обязательно участвуйте, делайте репосты. Ну, вот это да. Ну да, два раза, то есть у вас два раза больше шансов, то есть мы будем два раза подряд выбирать победителей из одного и того же списка участников, то есть... естественно, если повторится один и тот же человек, что маловероятно, то как бы перезапустим, будем смотреть заново, искать победителей, все это будет записано на видео, чтобы удостоверились, что мы не жульничаем с этими журналами. В общем, у нас такой уже есть, он где-то в Москве лежит, и, соответственно, мы вполне готовы расстаться с этими экземплярами. Часть первая. Первый. Витамины, минеральные препараты для рептилий, часть первая. А, здесь еще есть заготовки на следующие номера, то есть тизеры практически. Спасибо за внимание. Вступайте в нашу группу, участвуйте в конкурсах, публикуйтесь в отличных журналах. Главное, читайте. Это очень важно. Читайте очень много. Читайте вот такие вот замечательные журналы, читайте книги, читайте PDF-статьи, которых просто море в интернете. Я понимаю, еще раньше, когда, блин, это все было вне доступа, но сейчас-то все это доступно. Да, на английском языке, но есть же всякие Google-переводчики. Да, они неадекватно переводят, но чуть-чуть здравый смысл, и все, и вы адаптируете этот текст под вполне перевариваемую для мозгов пищу. Вот. Спасибо за внимание. До скорых встреч.